Смирно! Спасибо, командир Мейсон. Взгляните на этого красавца. Тянь Чжао по кличке Председатель, лидер китайских военных и командующий войсками коалиции сил самообороны. Этот засранец действует жестко, даже с китайским правительством. Они контролируют его не больше, чем мы. Эта кошка гуляет сама по себе. Председатель Чжао выкручивает России яйца по полной. Командор. Если Россия сломается и примкнет к силам самообороны, это будет крупнейшая армия на планете. Именно этого и добивается Менендес. Натравливает сверхдержавы друг на друга. Сейчас и Иран, и Индия под угрозой. Силы самообороны делают ход, и Аксо надо вмешаться. Первый удар застал нас врасплох и повредил нашу основную систему обороны. Мы сдержали натиск, но наш полк практически истреблен. Долго мы не продержимся. Это силы самообороны, командир? На нас напали дроны из земли и из воздуха. БПР «Спектр» играет ключевую роль в защите северной границы Индии. Для быстрого реагирования придется отправлять десант. Главная задача противника — уничтожить сеть обороны, нейтрализовав генераторы и спутниковые установки. Если ему это удастся, мы не сможем помешать врагу проникнуть в центр управления. Если это произойдет, БПР «Спектр» падет, и путь в Индию будет открыт. Камеры нашли, сигнал хороший. Всем ждать приказа. Ладно, только проведу пару системных проверок и тестов. Давайте убедимся, что все работает, прежде чем приступать к делу. Проверка работоспособности управления Клау. Ждите. Проверка оружейных систем. Проверим еще сигнал с камер пехоты. Пехота под прямым управлением. Ретрансляция пехотного интерфейса подтверждена. Еще проверю работоспособность камеры турели. Переход на управление турелью. Сигнал от турели подтвержден. Проверка спутникового сигнала. Переключение на тактическую карту. Хочу удостовериться, что с маршрутизацией Клау все нормально. Установлено прямое управление Клау. Переход Клау на позицию. Прекрасно. Ладно, проведем пару простых пехотных маневров. Пункт указан, выдвигаемся. Отлично. Отряды обыскивают территорию. Прекрасно. Еще раз проверим сигнал с камеры пехоты. Подтверждено, сигнал отличный. Так, сбросим тестовый дрон в зону операции. Ожидание упражнения дальней стрельбы. И еще раз проверю тактический вид.
отряд, ждите цель. Уничтожьте АСД противника. В атаку. Всем перейти в атаку. Огонь по вражеским АСД. АСД противника уничтожен. Еще раз проверим пехотные маневры на всякий случай. Прямое командование пехотой. Перейти к отметке. Пехота направляется к отметке. Неплохо. И последний раз. Все вместе. Всем переместиться на позицию. Так, вроде все в порядке. Молодцы. В следующий раз все будет по-настоящему. Все отряды приземлятся, установите защитный периметр. Вражеский транспорт прибудет через одну минуту. Все войска на земле. Установка периметра. Защитные двери функционируют благодаря антенне, трансформатору и градирне. Если обе позиции падут, противник получит доступ к центральному серверу. Переходит к указанной позиции. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Есть попадание. Переход на управление турелью. Готов. Огонь по вражеским АСД. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Враг атакует спутниковую антенну. Управление турелью установлено. Войска подкрепления приближаются. Градирня под угрозой. Защитите ее. Яблочко. Открываем огонь по вражеской пехоте. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Орел ранен. Яблочко. Турель под моим управлением. Связь с камерой на шлеме установлена. Ему конец. Градирня под угрозой. Защитите ее. Ведем огонь по вражеской пехоте. Градирня под угрозой. Защитите ее. Открываем огонь по вражеской пехоте. Ему конец. Градирня под угрозой. Защитите ее. Вражеские войска под прямым управлением. Вражеский транспорт ранены. Подтверждаю, новые войска на готове. Ведем огонь по вражеским квадам. Радирня под угрозой, защитите ее. Подкрепление развернуты, орлы на позиции. Вражеский квад уничтожен. Угроза ликвидирована. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Орел ранен. Яблочко. Враг атакует спутниковую антенну. Связь с камерой на шлеме установлена. У нас тут раненый. Прямое командование пехоты. Квад противника сбит. Подтверждаю, новые войска на готове. Переход на управление турелью. Яблочко. Наш клау уничтожен. Повторяю, наш клау уничтожен. Враг атакует спутниковую антенну.
Орел ранен! Угроза ликвидирована! Огонь по вражеским АСД! У нас раненые! Запрашиваем немедленную эвакуацию! Мы несем потери! Готов! АСД противника уничтожен! Открываем огонь по вражеской пехоте! Враг атакует спутниковую антенну! Радирня под угрозой! Защитите ее! Готов! Враг атакует трансформатор! Противник атакует градирню. Враг атакует спутниковую антенну. Мы несем потери. Градирня под обстрелом. Отразите атаку противника. Противник атакует трансформатор. Градирня под обстрелом. Защитите ее. Угроза ликвидирована. Переходим к указанному пункту. Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора. Переходим на позицию для атаки пехоты. Орел ранен! Турель под моим управлением. Ему конец! Ведем огонь по вражеской пехоте. Трансформатор под угрозой! Противник скоро уничтожит градирню! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Противник атакует градирню! Связь с камерой на шлеме установлена! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Враг уничтожен! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Градирня под обстрелом! Защитите ее! Угроза ликвидирована! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Противник уничтожил градирню! Орел! Ранен! Атакует трансформатор! Войска подкрепления приближаются! Турель уничтожена! Мы вот возлишимся трансформатора! Вражеские войска атакуют спутниковую антенну! Необходимо отвлечь внимание противника от трансформатора! Подтверждаю, новые войска наготове. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Враг атакует спутниковую антенну. Враг атакует трансформатор. Переход на управление турелью. Ведем огонь по вражеской пехоте. Враг атакует спутниковую антенну. Переходим на позицию для атаки пехоты. Враг атакует трансформатор. Управление турелью установлено. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Трансформатор уничтожен. Защитные двери отключены. Защитные двери отключены. Заходите внутрь. У нас тут раненый. Яблочко. Вражеский ЭМИ заряд установлен. Центральный сервер в опасности. Угроза ликвидирована. Турель под моим управлением. Враг уничтожен. Ведем огонь по вражеским АСД. Орел ранен. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Вражеский АСД нейтрализован. Ведем огонь по вражеским АСД. Thank you.
позицию для атаки пехоты. Ему конец. Открываем огонь по вражеской пехоте. Орел ранен. Вражеские войска атакуют спутниковую антенну. Переходим на позицию для атаки пехоты. Ведем огонь по вражеским квадам. Ведем огонь по вражеской пехоте. Тут человек кровью истекает. Вражеский квад подбит. Квад у противника уничтожен. Орел ранен. Тут человек кровью истекает. Войска подкрепления приближаются. Подтверждаю, вражеский квад сбит. У нас тут раненый. Тут человек кровью истекает. Подкрепления развернуты. Орлы на позиции. Готов! Готов! Ему конец! Ведем огонь по вражеской пехоте. Есть попадание. АСД противника уничтожен. Ведем огонь по вражеской пехоте. Враг уничтожен. Яблочко. Вражеские войска отступают. База в безопасности. Цель задания выполнена. Молодец, Мейсон.